Привет, друзья. Хочу опять поговорить о религиях. Все они зло. Все любые могут привести и приводят только к плохому, к убийству, к ограблению людей. Специально это делают, издеваются над людьми. И основная цель — это просто манипулировать людьми. И деньги, получать деньги с людей ни за что. Потому что, вот видите, они здесь сразу рекламируют поездки, торговля. Торговля всякими товарами. Это и есть их основная деятельность. Видите, продают кучу вещей. Причем продавали бы и ладно, но они там либо не платят, либо мало платят налогов. И, естественно, эти налоги дальше и чиновники растащили бы, но все равно надо стараться делать по-нормальному, чтобы, если идет какая-то торговля, чтобы это доставалось обществу, а не каким-то там непонятным людям. А это то же самое схема. В любых религиях есть богачи и есть холопы, которые мрут из элементарных лекарств. Вот такие вот книжечки они раздают. Никакого отношения это к культуре или к хорошим делам не имеет, потому что, чтобы делать хорошие дела, совершенно не нужно ни в какие организации объединяться. Можно было бы объединиться в организации, но без религиозных. Религиозные организации, они всегда плохие. Здесь чисто торговля. Если, опять же повторю, если хочется заниматься, верить во что-то, верьте, никто не мешает вам, но никогда не ходите ни в какие организации, потому что там задурят вас и ограбят. Там та же самая схема, как в государстве. Богачи, и они используют людей, ничего не давая им в ответ, просто грабят и дурят их. Всем пока.